свалка слева, свалка справа. Это улица Якутская в Зеленой Роще. По обеим сторонам дороги здесь горы мусора. По словам местных жителей, чего сюда только не привозят. И старую мягкую мебель, и даже иногда туши животных. И длится эта проблема уже на протяжении 15 лет. Я лично закапываю здесь, это смешно, может быть, кому-то покажется, трупы собак, кошек. Лично хожу и закапываю, потому что они лежат. Житель улицы Якутская Владимир Колпаков – один из тех, кто пытается привести территорию в порядок. 15 тысяч квадратных метров по площади – это как два футбольных поля, здесь завалено мусором. Мужчина призывал на помощь и природоохранную прокуратуру, и администрацию Советского района. В надзорном ведомстве провели проверку и ответили, что внесли представление главе района. Он должен лично проследить, чтобы мусор убрали. Но районные чиновники в письме сообщили, что и рады бы навести порядок, но денег нет. Что они делают? Иногда раз в 3 года загонят бульдозер, столкают вот этот мусор во враг, и все. Это тоже неправильно. Это экологически небезопасные отходы. И их просто сталкивать во враг – это не решение проблемы. Но сейчас они даже этого делать не хотят, ссылаясь на отсутствие финансирования. В администрации Советского района говорят, на каждый год в бюджете закладывается определенная сумма для ликвидации несанкционированных свалок. Но в этом году уборка мусора на Якутской в финансовом плане не значится. Правда, после нашего обращения в администрацию деньги сразу же нашлись. Чиновники пообещали, что мусор уберут до 10 июня. За исполнением этого обещания мы обязательно проследим. Кроме того, в этот же срок чиновники пообещали избавить район еще от одной свалки. Чудесный вид на Енисей и на город открывается вот с этого обрыва, который находится за глазным центром в Советском районе Красноярска. Но вид самого этого места оставляет желать лучшего. Это обыкновенная свалка. Все пешеходные дорожки здесь усеяны сломанными ветками и бытовыми отходами. Хотя очевидно, что такая территория могла бы превратиться в прогулочную зону, как, например, точно такой же обрыв в Академгородке. Кроме Советского, отметился сегодня на мусорной карте города и Свердловский район. Полюбоваться видами природы и отдохнуть на берегу Базайхи в районе улицы Сплав-участок задача непростая. Весь берег, это же сам водоем, здесь усеян мусором. В основном это стеклянные бутылки, жестяные банки и даже автомобильные шины. Отвечает за эту территорию администрация Свердловского района. И там нам пообещали, что уже завтра этот участок приведут в порядок. Мы установили здесь счетчик, а завтра приедем и проверим, стал ли этот участок чище. А сегодня заодно напомним и администрации Центрального района, что ко вторнику они должны до конца вывести мусор с территории, которая находится рядом с улицей Перенсона. Срок истекает уже завтра. Татьяна Стрельцова, Сергей Малафеев, новости ТВК.